октябре в Лыткаринском спортивном зале «Бык» прошла серия семинаров по карате. 14 числа открыт урок для юных лыткаринских каратистов, 16 октября – семинар для региональных инструкторов Окинава карате до Киокай. Хотелось просто и родителям показать, и показать, наверное, то, что в России у нас так, мы достаточно серьезные, хотим занять позиции, как бы, и это не просто какой-то у нас вот, да, там, сами мы какое-то самодоморощенное карате какое-то, или вот, что мы сами придумали, и там, по видео занимаемся, что у нас есть вот реально прямой сенсей, учитель, которому мы ездим, занимаемся. В России существует два направления. Вот мы, скажем так, наверное, одни из первых, которые официально легализовались и начали развивать направление. Это новое карате, называется Уэчи Рю. Это очень старая школа. Она пришла из Китая на остров Окинава, это Япония, и через Окинаву, Сербию, вот, дошла до нас. Полное название такое: Окинава карате до Киокай Шохей Рю Уэчи Рю Кей. На обоих семинарах присутствовал главный инструктор по Балканскому региону, известный в Европе мастер карате Владимир Попович. Дети судов. Хорошие дети, да, им очень понравилось. Мали есу, али сви су доста яки, имају желју да ради. Не играју се карате, а него се труде да реално изводе покрети. То ми се допада. Маленькие дети уже умеют концентрироваться и достаточно сильно выполняют технику. В субботу здесь будет семинар для региональных инструкторов в этом же зале. Семинар региональных инструкторов, организация Окинава карате до Киокай Уэчи Рю. Он впервые проводится в России, так, семинар такого плана. Так получилось, что мы преподаем в этом зале, и семинар было решено провести здесь.